«Малу» – так называется новый спектакль Ульяновского драмтеатра, поставленный Максимом Копыловым по пьесе «Мишель Лоранс». 5 февраля прошел пресс-показ премьерного спектакля. Как отметила на встрече с журналистами директор театра Наталья Никонорова, это 12-я постановка молодого режиссера. Вот это очень здорово, когда ты случайно натыкаешься на мало кому известных драматургов современных. Потому что есть их очень мало, практически крупицы, но есть очень интересные драматурги современные, которые пишут сегодня, здесь, сейчас. Их очень мало, но если ты на них натыкаешься, это, если ты с ними солидарен во многом, то это очень замечательно. Вот так и произошло и с этой пьесой. Название спектакля родилось в голове с легкой руки режиссера. Пьеса Мишеля Лоранса называется «Мой век». Главной героиней Габриэль, которую все называют Малу, в спектакле ее играет народная артистка России Зоя Самсонова, исполнилось 100 лет. Отмечая юбилей, она без сожаления вспоминает свою жизнь, где скучно не было. В спектакле задействованы еще 3 героини – дочь Малу, ее внучка и правнучка. 4 поколения женщин одной семьи. Есть такое выражение, какой месседж, какое послание ты хочешь донести до зрителей, которые приходят и смотрят твой спектакль. Вот я хочу, вот мой месседж – это послание людям, чтобы они жили ярко. Ярко, чтобы было в конце, что вспомнить. Премьера спектакля «Малу» состоится 7 февраля на малой сцене Ульяновского драмтеатра. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.